сені менсінбей қорлағандар, өгейсіді бараша болмағандар, опасыздық жасаған отанына олар нағыз намысыз оңбағандар. Реализации государственной языковой политики в Алматы уделяется большое внимание. Об этом в своем докладе отметил глава города Ахметжан Исимов. Современная методика изучения казахского языка интенсивно внедряется в детских садах, школьных и вузовских учреждениях. Глава города предложил несколько методов изучения казахского языка. В качестве примера он указал методику преподавания английского языка, где подразумевается поэтапное освоение материала. В мире самый распространенный язык английский. Это язык международной торговли и бизнеса. Он предполагает 6 уровней изучения. Первый насчитывает 200 слов в лексиконе говорящего. В соответствии с этим ему предлагаются книги, которые он может прочитать, зная всего 200 слов. Потом следующий уровень, 400 слов и так далее. И все материалы излагаются просто лаконично, а самое главное, доступно. Нам нужно взять в пример данную методику в изучении казахского языка. Ахметжан Исимов наградил победителя фестиваля Анатолием Ардагым по нескольким номинациям: «Лучший учитель казахского языка», «Государственный язык» и «СМИ». Победителем городского конкурса «Лучший переводчик» стала Нургуль Исмаилова. Она преподает казахский язык в военном институте. По словам девушки, конкурс был сложный, в нем принимали участие свыше 50 человек. Состоял он из нескольких этапов: перевод художественных текстов, официальных документов, терминов и синхронный перевод. Для Нургуль самым сложным было переводить термины. По ее словам, нововведений в казахской лексикологии достаточно. Некоторые из них порой сложно запомнить. Как именно филолог, я считаю, что надо переводить. Если возможность языка позволяет, эти термины надо переводить, потому что язык в первую очередь должен служить для простого народа. А вот эти международные термины, даже если мы не переведем, их простой народ не поймет. По словам специалистов, изучение казахского языка стало более доступным для детей в образовательных учреждениях. Специально для них были выпущены аудиокниги, видеоматериалы с использованием современных технических средств. Настоящим нововведением стал 85-серийный сборник мультфильмов «Веселая история Алдар-Кусе». В его создании была использована 3D-графика. В каждой из историй не только новые знания и обучающие элементы, но и свой увлекательный сюжет, полный веселых приключений и жизненных историй. Помимо мероприятий, мы транслируем мультфильмы на казахском языке по всем отечественным телеканалам. Также мы планируем издание аудио- и видеоматериалов специально для детских садов. Во время изучения материала на казахском языке у детей появится возможность не только увидеть и услышать новый материал, но даже потрогать его. Это новейшая технология, которую мы планируем бесплатно распространить во всех дошкольных учреждениях. На сегодняшний день в городе, вузах, школах и учреждениях казахский язык изучает более 74 тысяч человек. Количество желающих выучить казахский язык с каждым разом растет. По результатам социологического опроса, 90% алматинцев считают, что государственным языком они владеют хорошо. Однако, по словам Акима, уровень владения казахским языком нужно повышать и дальше. Айжан Тимирбаев, Талап Сагимбаев, телеканал Алматы.